Музей-усадьба Горки расширяет свою экспозицию. На новой выставке представлена реконструкция усадебной кухни начала 20 века с предметами быта того времени. Экспонаты взяты из фондов музея, а также предоставлены частными коллекционерами. Все, кто были у нас на экскурсии, знают, что еду в усадьбе Горки готовили в южном флигеле в полуподвальных помещениях и по подземному ходу переносили в большой дом уже для столов, уже для обеда. И как раз в полуподвальных помещениях мы сейчас с вами находимся, южного флигеля. Здесь мы сделали выставку «Кухня в усадьбе». Данная выставка позволяет увеличить представление посетителей о быте загородной усадьбы, принадлежавшей в то время Зинаиде Морозовой. Здесь можно увидеть стенды с редкими фотографиями той эпохи. Но самое интересное, конечно же, элементы кухонного быта. Можно увидеть посуду начала 20 века, керамическую, либо металлическую и прочую кухонную утварь. Например, кофемолку, сечу для рубки капусты. Центральное место экспозиции занимает печь. Это так называемая голландка. Она стала появляться в домах богатых людей в начале 19 века. В отличие от русской печи, она более безопасная и требует меньше дров. Авторы пока не раскрывают все секреты, но уже к Новому году у посетителей появится возможность узнать невидимую сторону усадебной жизни, а именно пройти по подземному ходу, соединяющему кухню и основное здание. Этот подземный ход, он не является каким-то особенно древним. Это конец 19-го, начало 20 века. По сути, это техническое подземное помещение. Но по нему, конечно, пройти чрезвычайно интересно, потому что с ним связаны определенные легенды, о которых мы тоже расскажем. Кроме того, в следующем году музей планирует начать знакомить посетителей и с другими техническими помещениями усадьбы. А в рамках новогодних мероприятий для детей и их родителей начала свою работу «Дача Деда Мороза». Там будут мастер-классы, квесты, спектакли. В общем, очень интересно и весело, как и положено для Нового года. Все подробности можно узнать на официальном сайте музея-заповедника. Дмитрий Книга, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.